гармошка-черепашка, да? Черепашка не потому, что сделала из панциря черепахи, а просто за свои минимальные размеры приобрела вот такое название. Гармоник черепашек во всем мире осталось не так уж много. Три из них в коллекции музыканта Святослава Шершукова. О том, какие еще сюрпризы ждут зрителей 12-го международного фестиваля «Виват Баян» и участников одноименного конкурса, рассказали организаторы. У нас честный жюри, у нас хорошие премии, у нас есть много бонусов, да, например, там мы самарских участников, которые победили, посылаем на стажировку во Францию ежегодно на 2 недели. Те люди, которые приехали из разных, с других городов, мы им даем еще такой приз, как поездка на международный конкурс, оплаченная поездка на любой международный конкурс из двух. Это трофей мира и кубок мира. В международном фестивале «Виват Баян», да, и в конкурсе всероссийском «Виват Баян» появилась номинация «Гармонь». Это, можно сказать, такой прям, ну, мне кажется, для гармонии такой, как взлет, что ли, сразу на такой высокий уровень. В этом году организаторов впервые поддержало Федеральное министерство культуры, поэтому в фестивально-конкурсной программе появились мастер-классы для учеников музыкальных школ губернии. В этом году мы выбрали тему раскрытия художественного образа произведения. Вот. И это очень близко оказалось для педагогов музыкальных школ, потому что они об этом даже как бы и не задумываются, о том, что когда воспитывают ученика, они его стараются воспитать только как, ну, грубо говоря, человек, который умеет играть на инструменте, да, но важно же не только, чтобы он был чисто вот технически подкован. Услышать, как играет баян и поет гармонь в руках признанных виртуозов, зрители смогут в Самарской филармонии уже в эту среду, 30 апреля. Начало эксклюзивной концертной программы под названием «Баян ин джаз фолк техно» в 19:00. Анна Шорина, Андрей Тишин, специально для 63.ру.